Это будет наша. О, с нами германцы. Не германцы, да, немцы играют. Германцы. Так это немецкий сервер, а точно. Нормально, уже 13 тысяч. Я с моим новым братюней. Сейчас мы все сделаем. Ой, блин! Почти убил. О, красава, давай на ФБ. Бесконечно потратил? На Б поехали. Да, да, бесконечно. Говорю сразу, у меня танки лагают. Я дым, я не знаю. Я тепловизор. Кристиано Роналдо! A class apart! Out on his own! Ой, я по самолету попал. Где они берут танки, пацаны? На бате. О, пишут хэштег нихт. Пацаны пишут хэштег нихт. Опять бы отхватили козлы. Че, попыздрики, что? Пипец, где вы там? Как вы это успеваете? Сейчас це будет наше, пацаны. Мы там. Нахуй ты таранишь на танк? Ну что, в одном танке, что ли? Да. Вас что, взорвать, что ли? На ёбаный только... Где ты? Я? О, как же вас много. Я уже стрелял по вертолёту, нормально стрелял. Там танк сидел. А кто у нас целится, блин? Может, самолёт? На нас самолёт летит. Да, у нас именно я самолёт. Я его сбил! Бля, чего? Ветал 1231. А ты из танка вышел? Давай, я чиню его, подожди. Починить твой танк? А, ну это херенная... Воу, мне кто-то стреляет с танка. Там Виталий. Косой, косой, подавился колбасой. Давай поменяемся, я на F2, ты на Фадик. На... Фадик. Здорово. Фадик, садись, 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 садись. Вы что, на Б что ли? Здорово. О, вас обстреливают, да? Да. Оп, блё, минус падик, сука. Минус падик, минус падик, минус падик. Блять, да там пиздец, там столько на эту улицу больше не заезжают. Ой, что это было? А, тьфу, около меня снайпер поселился. Я такой, блин. Ой, меня резнули, эй, блядь. Ой, сука, меня тоже резнули. Вы чё, натуралы? Алло. Да нахуя, блядь, я сразу умер. Я сразу умер, как у меня резнули. Там сзади и спереди ещё снайпер сидит. Это утяра, блядь, сука, на кой хер. Ой, это утяра из Виталиной команды. Блин, чё нахуй? Мы не что, просто не команда, а сквода. Сквада, сквода. Это фиаско, да. О, Б наши, пацаны. Осталось С захватить все наши. Это будут. Боевой, ты в боевой, что ли? Да, я боевой, всё, можно пиздясить. Только скажи, ты, что ты ещё управлять не можешь. Им. А как управлять с вертолётом? Мышкой. Серьезно? И этими самыми клавишами.